знаете, мне хотелось бы что-нибудь для сына. Скажите, пожалуйста, у вас ракеты есть? Что? Ракеты есть? Есть. Рук 50 выбивайте в кассе. Спасибо. Что вы хотели? Для сына что-нибудь хотелось, я говорю. Пожалуйста, весь товар на прилавке. Это я вижу, что на прилавке, но хотелось что-нибудь такое, знаете. Для сына. А сколько лет сыну? 7. Ну, почти 7. Вот есть автомат, работает на батарее. Нет, что-нибудь менее военизированное. Ну, а что любит ваш сын? О! А вот такие самолеты у вас есть? Угу. Вертолеты есть. Пожалуйста, смотрите. Беру. Можно? Через девятку. Спасибо. Алло. Петр Николаевич, здравствуйте, это Нечаева. Никаких сегодня изменений? Как репетиция? Петр Николаевич, я не могу. Я все понимаю, да. Ну, конечно, приду, да, да. Петр Николаевич, тогда я приду к второму акту, к своему выходу. Ну, конечно, приду, не опоздаю, да. Спасибо, спасибо, до свидания. Да не оправдывайся ты! Ты же артист, ну пойми меня! Сейчас, подожди. Да? Отправлено уже? Я... Одну минутку. Да. А? Отлично, одобряю. Очень хорошо. Ты что, забыл, какой сегодня день? У меня тысячи заявок. Где я тебе замену найду? Все, кто мог, заняты уже. Здравствуйте, товарищ директор. А, ко мне? Здравствуйте, угу. Проходите. В общем, одевайся, собирайся, за тобой заедут. Ты соображаешь, тебя детишки ждут. Одну минуточку, присядьте. Что? Подожди. А вы раздевайтесь, товарищ Серегин. А то сами видите, какая у нас тут жара. Прямо сауна. Я уже со всей фирмы вентилятора собрал. Один вон даже на шкаф поставил. Все равно не помогает. Фу. Все, Лямин, высылаю машину. Жди. Здравствуйте. Светлана Санна, ненаглядно. Я как раз хотел вас пригласить. Я, конечно, в курсе. Я знаю, что Лямин заболел. Да, отравился. Ха, грибочками. Грибочков ему захотел в конце декабря. Знаем мы эти грибочки. Что делать-то будем? Да вот, обратите внимание. Прямо из лесу, свеженькие. Угощайтесь. Из печки, то есть. Да. О, простите, Светлана Александровна Нечаева. Здравствуйте. Лучшая фирма Снегурочка. Да. А это водитель Рафика, Серега. Простите, время идет, что будем делать? Дед, очень нет. Просто. Вот, прошу вас, путевочка. Mm-hmm. Так, возьмите бородку, паричок, валенки, Деда Мороза. Да его же нет, он же болен. Знаем мы эти болезни, товарищи, я прошу вас, не задерживайтесь. Да куда прямо вы к Лямину домой. Дети волнуются, не... план горит, товарищи. Поезжайте работать. А как вас зовут, товарищ Серегин? Александр Петрович. Очень приятно. Александр Петрович, вы подождите в машине, а я поднимусь за Лену. Это быстро. Хорошо. Ура! 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 Ура!
Да не расстраивайтесь. Найдут вам другого Деда Мороза. Это последний настоящий Дед Мороз. Прям незаменимый. Ну, ладно. Идемте в Рафик, а то замерзнете. Я не могу замерзнуть. Почему? Потому что Снегурочки не мерзнут. Градусов 20, небось. А вы в какой-то тряпочке. Тряпочки. Это волшебный костюм. А вот вы действительно замерзли. А где ваша одежда? Забыл. Как забыли? Где? В кабинете у вашего директора. Вы же простынете. Ой, ну что? Одевайте. Да, ну. Одевайте. Не надо. Не хватало, чтобы вы еще заболели. Одевайте. Идите в Рафи, грейтесь, а я пойду позвоню директору. Ну что, поедем или ждем кого? Кого теперь ждать? Деда Мороза нет. Праздник отменяется, все. А директор, дозвонились? А как же, дозвонились. А вы что на цепь повесили? Безвыходных положений не бывает. Да. Светлана Александровна, так, поедет с Лукьяновым, это нет. Не Лямин, конечно, нет, нет, нет. Что нет? Он и Дед Мороз, и вообще он детей, ну, не любит. Ну, знаете, любит, не любит, работает нормально. Тут что, главное, шубу, шубу, такую шубу пошили. Светлана Санна, а ведь это мысль. А? Если не ошибаюсь, товарищ Серегин. Товарищ Серегин, как сидит шубейка-то, а? А если еще броденку прицепить? Так. Вы же все равно целый день катаетесь. Ну, чего вам стоит? А двадцатник в кармане ведь тоже не повредит. Если я захочу заработать, я без маскарада обойдусь. Ну-ну. Иван Иванович, что будем делать? Я и в театре отпросилась. Не знаю. А что я должен буду делать с этой? С бородой-то? Ничего. То есть совершенно ничего. Светлана Александровна все сделает за вас. Ну, ладушки, ребята, нечего время терять. Все, поехали, работайте. Да. Влип я. Ну что, поехали работать. Поехали. Так, сейчас посмотрим. На сегодня у нас запланировано 8. Нет. Ого, 12 визитов. Да, многовато. Мне еще в театр нужно на репетицию. Ну ладно, попробуем. А первый адрес какой? Давайте к конюшной площади. Там кое-какие подарки нужно взять для детей. Хотела быть Снегурочкой. Еще в детском саду, в далеком детстве. До 3-го класса мечтала сыграть. На елках. В 4-м сыграла. Вообще этот праздник очень люблю, Новый год. Считаю, что это какой-то светлый праздник. А здесь-то вы как Снегурочкой стали? Где? В фирме добрых услуг? Ну да. Ну, это уже в институте. Подрядилась. Ну, вы знаете, мне вообще это не мешает. Скорее, даже помогает. Вроде Снегурочка, а? Я говорю, любите вы это дело, правда? Правда, потому что какая разница где? Все равно те же дети так же жаждут чуда. А знаете, я даже в это верю сама. Встречайте, мы уже здесь. Что?
Нет, я не Дед Мороз, я Снегурочка. Слушай, надо бы вызвать такую, моему Алёшке. Господи, люди с жиру бесятся, не знают, что придумать. Скоро Пугачёва будут на дом заказывать. С Новым годом! И вас также. Так же. Точно закажу. Ну-ка, покажитесь. Так. Отлично! Вам в жизни нужно такую же бороду отрастить. Еще одна маленькая деталь, и все. Нет, вообще есть в этом что-то ненатуральное. Что? Да, ну. Люди сами радоваться разучились. Праздник на дом заказывают. Какой-то суррогат веселья. Так, нет, так. Угу. Неправда. Всегда на Руси были ряженые, всегда ходили коледовали. И мы, кстати, в детстве тоже ходили и коледовали. Посмотри, дочка, какая тетя. Теперь понял. Значит, мы с вами народные традиции продолжаем. Можно так сказать, продолжаем. Ладно. Значит, первым хожу я. Бью посохом об пол. Здесь живет мальчик Петя. Вот этого ничего не надо. Да. Ничего не делайте. Ни голосом, ни телом, ничего, просто ничего. Ну, а что же делать? Знаете такое стихотворение? Не ветер бушует над горой. Из гор побежали ручьи, так? Да, замечательно. Знаете песенку? В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Ничего больше не надо. Ну, двинулись. Двинулись. Подождите. Пауза. Посидим перед дорожкой. Ой, ладно. Высоту принятия решений прошли. Это что? Есть такой термин в авиации. Рискнем? Ой, свадьба, это к счастью. Смотрите, как красиво у людей Новый год начинается, да? Да. Вот и ряженые. Привет, Деду Морозу. Не волнуйся, все будет хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Что же делать-то? А что случилось? Да мы вас вызывали на 3 часа. А сейчас пошли погулять. А вы из какой квартиры? Мы-то? Да. Мы из 4-й. А мы в 16-ю. Ах, 16-ю. Да. А, так что ну, с Новым годом вас. Спасибо. Девочка, с Новым годом. Это Светочка. Светочка, надо же. Да. Ну, улыбнись. С Новым годом. Это что ж такое, 16-ю? Кто ж там? Здравствуйте. 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 Коля дома. Так. Он сейчас вернется. То есть он дома, ну, вы сами все увидите. Я очень прошу меня извинить, но у меня работа срочная, так что вы уж сами с ним разберитесь. Алло, радиостанция. Алло, радиостанция. Земля. Земля. Вижу незнакомую звезду. Вижу незнакомую звезду. Алло, алло, здесь Земля. Дежурный по космодрому слушает вас. Земля, слышу тебя. Примите срочное сообщение для космонавта Николая Ивановского. Центр управления полетом приказывает вам срочно спуститься на Землю для встречи со Снегурочкой и Дедом Морозом. Выполняйте, товарищ космонавт. Есть, немедленно возвращаться на Землю. Здравствуйте. Здравствуйте. С благополучным возвращением тебя на Землю. Спасибо. С приземлением. Спасибо. Дед Мороз и я поздравляем тебя с Новым годом. Да, спасибо. Чтобы у тебя были очень удачные полеты и интересные. Да. Мы тебе дарим. Вот. О, ракета! Совершенно очень верно. Хорошо. Ты же у нас космонавт? Нет. Я хочу быть музыкантом. Хотите, я вам что-нибудь сыграю? Очень хотим, да? Да, да. Садитесь, садитесь. Что бы вам такое сыграть?
Сейчас придумаем. Ага. Может быть, Евгения Афанасьевича попросить? Папа не услышит. Очень любит музыку, у него дела, понимаете, поэтому так случилось. Понятно. Ой, осторожно, ослик уже больно. Вы знаете, я вам сейчас тихонечко сыграю пьесу про ослика. Знаете, он очень хорошо танцует. Вот этот? Да, конечно. Спасибо. А что ты играл? Ослик пляшет на полянке. А чья это вещь? Моя. Я сам ее сочинил. Вот как? А как же ты сочиняешь? Раньше я знал, как я сочиняю. Значит, утром, когда все спят, я лежал в кровати, и ко мне музыка сама приходила поверх одеяла, с головы до ног. А если ты под одеялом лежал? Ну, тоже. Тоже приходила? Ну, а если ворочаться начнешь? Ничего не получится, только одни шутки. А вот теперь как ты придумываешь музыку? Я не знаю. Ну, может быть, ты нам сыграешь что-нибудь такое из последних произведений? Да, пожалуйста. Я вам лучше сыграю вальс, который нравится моей маме, поэтому он так и называется «Мамин вальс». Это ты недавно написал, да? Да. Поздравляю с дебютом. Спасибо. Правда, вышло, что мальчик за нас двоих отработал. Потрясающий парень, а? Просто будущий Рихтер. Да, вот за что я люблю эту работу. Обязательно какой-нибудь сюрприз ждет. А вы молодец. Хорошо держались. Не обманываете, никогда нигде Дед Морозом не подрабатывали. Да откуда? А вообще, знаете, да. Забыл совсем, приходилось. В 79-м. У нас как раз рейс задержали, мы летели, уже Новый год в воздухе встречать пришлось. Мы летели где-то над Африкой, и ребята так большинством голосов решили, что я самый подходящий Дед Мороз. Наклеили на меня что-то такое из ваты. Ирочка Лебедева, стюардесса, Снегурочкой была, засыплена с этим конфетти, вышли к пассажирам, поздравили всех с Новым годом. Так что, получается, дебют-то у меня в воздухе состоялся. Вы летчик? Да было дело. Но уже вот, приземлился. Так, куда едем дальше? Вперед.
Ресницах января вам приснятся сказки птицы со страниц календаря. Ах, что будет тише, тише, шар луны летит с небес, Новый год идет по крышам, вот так чудо из чудес. Коли, Вали, Маши, Пети, дворик весь и город весь, верят взрослые и дети, чудеса на свете есть. Верят взрослые и дети, чудеса на свете есть. Нам сюда. Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. Проходите. Кто к нам пришел-то? Владислав Иннокентий. О, посмотрите, кто к нам пришел. С Новым годом. Здравствуйте. С Новым годом. С Новым годом. А Владик Сергеевич здесь живет? Здесь, здесь. Как же, как же. Владик, я тебя убедительно прошу. В какое положение ты ставишь нас с дедушкой Владислав? Это же неприлично. К тебе гости пришли. Ничего не беспокойтесь, мы не торопимся. Пожалуйста, садитесь. Извините, Иннокентий, займись гостями, я прошу. Да. Владик, ну, сделай милость, выйди. Ну что, дедушка? Да. Я слушаю вас. Выходит, зря мы с тобой из леса пришли. Зря уставали. Зря Владику подарки несли. Не хочет с нами Владик знакомиться. А, да, да, внученька, действительно. Столько шли по лесу, замерзли, от волков отбивались, на лосей напоролись, помнишь? Ну, вот что теперь делать, ума не приложу. Ну что, Снегурочка, раз такое дело, давай вернемся обратно в лес, отнесем туда все подарки, которые мы принесли для Владика, и будем там на снегу замерзать. Нет, Дед Мороз, мне здесь нравится. Здесь очень хорошо, и бабушка с дедушкой такие замечательные. Будем справлять Новый год вместе. Да-да. С бабушкой и дедушкой. Без Владика. Без Владика. Правильно. Прекрасно. Кстати, очень толковый вариант. Ну, пойдемте. Пойдемте. Да-да. Маленькой холодно зимой. Ох. И лесу елочку взяли мы домой. Взяли за руки. Взяли за руки. Бабушки, и... В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Они хотели бы игрушки на елке. Да, они, знаете ли, старее меня. Да что вы, столько всего погибло за эти годы. Елочки, люди, вещи. А вот игрушки каким-то чудом сохранились. Трусишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Ну, Владик, что ты здесь в одиночестве? Пойдем к нам, а то у нас как-то праздника без себя не получается. Ну, и что же ты тут от нас прячешься? А тебе не жарко в бороде? В бороде и усах? Все как жарко. Так сними усы и бороду. Не, брат, нельзя. Ну, что это за Дед Мороз без бороды и без усов? Не солидно как-то. А что ты здесь сидишь-то? Наказан, что ли? Меня здесь никогда не наказывают. Так пошли. Там без тебя дедушка и бабушка скучают. Это не мои бабушка и дедушка. Ах, вон оно что. И давно ты здесь? Шестой день. Понятно. Скучаешь по ребятам? Да. Это, брат, дело сложное. По себе знаю. А вы тоже из детдома? Да, из детдома. Знаешь, у нас там такой был дядя Сережа, сторож. Он всегда на Новый год тоже Дедом Морозом наряжался. А сам инвалид, без ноги, такой вот одноногий Дед Мороз. И всем подарки свои раздаривал, сам делал, леденцы на палочке. Всем дарил, и воспитателям, и нам, ребятишкам.
У кого живот не пучит, тот конфетину получит. Мы смеялись. А я вот для тебя леденцов не захватил. Может, пойдем, а? Вдвоем оно как-то легче. Снегурочка тебе новую песню споет. Пошли, а? То не белый снег кружится, то в заснеженный январь прилетают сказки птицы и меняют календарь. Ох, что будет, ах, что будет, шар лунный летит с небес, Новый год приносит людям море сказок и чудес. Гули, маши, вали, пети, дворик весь и город весь, и взрослые, и дети, чудеса на свете. А, попался? Взрослые, и дети, чудеса на свете есть! Дедушка, а что ты принес Владику? Ой, Снегурочка, это большой секрет. Сейчас я погляжу, что там у меня в мешке. Давай. Это у нас подарок для Ирочки, это для Павлика. Так, а вот это что такое? Ну-ка, ну-ка, помоги-ка мне. О, какая коробка. Какая прелесть. Нравится? Так. А, это куда же? А, вот так. Ну, теперь только лестницу сделать и все. Понял, как она собирается, да? Вот эти вот детали. Оценку я вам написала отличную. Я вам очень благодарна. Спасибо, ну что вы. Вам спасибо. Ниночка. А где Владик, мама? Не волнуйся, все в порядке. Ой, он на кухне. Надо было с Дедом Морозом. Здравствуйте. Здрасте. Лестница уже готова. Теперь вот сюда ее присоединишь. Вот в это место, понял? Ой, здравствуйте. Добрый здравствуйте. День. Ну что, Владик? Сумеешь остальное все собрать? Конечно. Ну тогда, до свидания. Нам дальше надо идти. Светлана Александровна, я тут заскочу на минуточку, здесь по пути. Товарищ просил сынишку поздравить. Он сейчас не может в рейсе. Давайте вместе поздравим. Вместе? Вообще-то хорошо бы. Только там нас не ждут. Надо как-то предупредить, ну, позвонить по телефону. Сюрпризом? Нет, лучше не надо сюрпризом. Давайте лучше, ну, позвоните им, скажите, что мы там, не знаю, от домового комитета какого-нибудь. Потрясающая идея. Давайте телефон. Конечно. Позвоню, все скажу. Ладно, лучше не надо. Давайте телефон. Ну что вы? Да? Мы к вам совсем ненадолго. Ну и что, что не ждали? Да такой сюрприз любому ребенку приятен. Конечно же, выйдет Мороз и Снегурочка. В общем, через 10 минут у вас. Привет. Здравствуйте. А у тебя случайно двушки нет? Ты Снегурка? Да. Чудеса делаешь? Делаю. Так и позвони без двушки. А меня будет Дед Мороз ругать. А где он? Оглянись. Спасибо. С Новым годом. С Новым годом. Ой, что будет, ой, что будет, шар луны летит с небес, Новый год приносит людям море сказок и чудес. Новый год приносит людям море сказок и чудес. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прекрасно. Все очень точно. Проходите. Проходите, Дедушка Мороз. Ну что ж вы робеете? Мама! Это вас домовый комитет прислал? Вот хорошо. Здравствуйте. Самый дивный в целом свете мальчик из квартиры третий. Ой, Снегурочка, а я вас ждал. Здравствуй. Здравствуйте. Как тебя зовут? Петя. Петя. Познакомься с Дедом Морозом. Здравствуй, Петя. Ну, а пойдемте, я вам елку покажу. Бабушка, мама. Пойдемте. Пойдем. Пойдем, посмотрим. Красивая у меня елка. Ой, какая пушистая. Очень красивая. Ты в каком классе учишься? Да он еще не в школе. Детский сад заканчивает. А рисовать умеешь? Да. Твои рисунки?
Да. Дедушка, посмотри, как он тебя нарисовал. Ух ты. Хорошо. Очень похоже. Хорошо. Здорово ты научился рисовать, Петруха. А знаешь, Негорочка, он ведь раньше ни за что не хотел рисовать, боялся даже рисовать. Я не верю, он не мог бояться. Да нет, правда, мне почему-то казалось, ему, что это... он измазался здесь красками, то никогда больше отмыться не сможет. И будет вот как эта лошадка весь в яблочках ходить. Слушай, а лошадка-то эта жива еще? У нее колесики сломались, мама починить не может, мы ее на даче оставили. Понятно. Боже мой. Ну ладно. А какие-нибудь новые стихи ты приготовил? Да, вчера выучил. Ну, почитай. Да, Снегурочка, послушай. Что растет на елке? Жишки, да и гвозди. Разноцветные шары не растут на елке. Не растут на елке пряники и флаги. Не растут орехи в золотой бумаге. Эти флаги и шары выросли сегодня. В день советской детворы, в праздник новогодний. В городах страны моей, в селах и поселках столько вспыхнуло огней на веселых елках. Молодец, Петька. Просто замечательно. Очень хорошо. Петя, Петенька, прочел? Ну, замечательно. А теперь простись с гостями. Ну, мама. Им пора уходить, Петя. Ну, все, мама. Все, Петенька, все. Мам. Ну, бабушка. Позвольте. Пойдем, Петенька, пойдем. Простите, пойдем. У нас... Санта-Клаус. Ну, мама, я хочу остаться. До свидания, Дед Мороз. Приходи еще раз. Мам, закрой дверь. И не стыдно. И еще девушку подбил на этот маскарад дурацкий. Ну, что ты за человек, Серегин? Ни о чем с тобой сговориться нельзя. Неужели ты не понимаешь, что твои приходы только лишние стрессы для ребенка? Простите, видимо, это я виновата. Дело в том, что я попросила Серегина быть Дедом Морозом. Ты запомни, что мы живем счастливо. Ну ладно, бесполезно говорить. Я это для Петьки купил. Передай ему, пожалуйста. Спасибо. У нас еще остались адреса. Не могу быть, Светлана Александровна. Простите, не могу. Тогда отвезите меня в театр, а то я опоздаю на репетицию. Хорошо. Еще раз большое спасибо.
Вещи отвезите, пожалуйста, обратно. С наступающим вас. И вам тоже. Счастливого Нового года. Забудь зайти к Марине за заказом. Хорошо, спасибо. Светка, привет. Привет, мы хорошие. Ну, явился наконец, тебя уже спрашивают. Да ты что, серьезно? Клянусь тебе. Ну, Петрович ничего, отмахнулся, говорит, она звонила, будет и все такое. Ну, слава Богу. Наши позлорадствовали. Говорят, ну, прима строит из себя, знаешь, как у нас. Что такое, ну-ка покажи. Да костюм, костюм. Ну, что? Да. Я тебе что расскажу? Сядь. Да я опоздаю на сцену. Да подожди, успеешь ты. Ну, расскажи. Все, Петрович сказал, нужно. Вчера мы скандал устроили. Говорит, назвала гостей на Новый год, а у самой ничего не готово. Это у меня, представляешь? Я ревела белугой, я всю ночь не спала. Видишь, лицо как опухло. Ты замечательно выглядишь. А? Ну да. Хорошенькая. А утром как прикинула, и верно? Просто глупость выходит. Гостей зовется человек 20, если не больше. А дома-то оказалось шаром покати, представляешь? Ну, словом, быстренько пробежалась по магазину, прикупила того-сего, в общем, выкрутилась. Кстати, про Новый год. Подожди секунду. Ой. Зеленый горошек я достала. Ну, молодец. Шашлык будет обязательно. И салат будет. Чудо века, а не салат. Я не сомневаюсь, что стол будет хорошим. Подожди минуту. Да я опоздаю, мне переодеться еще надо. К обеду подвезут саженцы, так что велено успеть. Это что ж, на всю лопату копать? Ну, конечно. Земля мерзлая, к обеду не успеть. Мерзлая, не успеть. И потом, конечно. Что сажать будем? Дубы а-ля липы? Да по дубы надо 1,80 м. Ну, спасибо, Кузьмич, объяснил, спасибо. И вот вопрос, под какие яблони? Ну, насчет яблок не сказано. Не сказано. Ну, так может, ты какое устное объяснение получал? Не получал. Не получал, все ясно. Так, товарищи, у нас бригадир не на высоте. Как это не на высоте? Предлагаю организовать митинг и поставить вопрос ребром. Что это вы расшумелись? Здесь фруктовый сад будет. Вот и план есть. Утвержденный. Товарищи, начинаем работать по плану. Стоп, товарищи. Давайте прервемся. Бессмыслица. Полная бессмыслица. Вот я смотрю на вас и вижу, что вы совершенно не понимаете, что играете. Зачем вы это играете? Тебя тоже. Как настроение? Отличное. Да? Ну, а что мы делаем в эту новогоднюю ночь? Идем в гости. Мы идем в гости с тобой? Я идем в гости. Ах, ты идешь в гости? Угу. Без меня. Правильно понимаешь. Ну что ж, это интересно. С Новым годом. Счастливо.
Деда Мороза. Называли? Между прочим, дети ждут подарки. Ой, вы поняли, как замечательно. Ой, как здорово. Проходите, пожалуйста, сюда. Вот сюда проходите. Ой. Так. Ну, где Какая тут у нас Снегурочка? Танечка и Олечка? А где дети? А их нету. Понимаете, так получилось, что сестра достала билеты в цирк. И они ушли. Ну, а что же вы не предупредили? Я же звонила. А я вам хотела сказать, но только вы трубку повесили и... Вы сказали хорошо. И тогда я повесила трубку. А, ну, значит, я не успела. Я хотела сказать, ну, так получилось. Тогда до свидания. С Новым годом вас. Нет. Пожалуйста, я вас очень прошу, не уходите. Ну что вы, у нас очень много детей, много заказов. Я понимаю. Нам работать надо. Я понимаю, но я так люблю Новый год. Я вас так ждала. Я и стол специально для вас накрыла, и пирог спекла. Ну, Дедушка Мороз. Снегурочка. Я вас так люблю, но сегодня же Новый год, я не задержу вас долго. Но вы меня простите, я вам сознаюсь, у меня и детей даже нет. Я для себя вызвала. Я понимаю, что это глупо. Ну, пожалуйста, останьтесь. Я вас очень прошу. Ну, пожалуйста, останьтесь. Я вас долго не задержу. Простите, как вас зовут? Меня? Светлана Ивановна. Прекрасно. А это Светлана Александровна. У меня будет счастливейший Новый год между двух Светлан. Все, прошу к столу. Ой, спасибо большое. Проходите. Прошу вас. Сюда, сюда. Спасибо, спасибо. Вот. Ой, какой стол красивый. Светлана, правда, вам нравится? Да. Ну, я же вам говорила. Торт. Нет, спасибо. Нет? Не хотите? Нет. А вот, ой, можно крендель? Да, крендель можно. Ой, я смотрю, это яблочный сидр. Вкусная вещь. Правильно. А что это? Это сидр. Я, к сожалению, за рулем. Чайку, если можно. Сейчас чаю. Ну вот. А это что у вас? Вы играете? А, да, я учусь по самоучителю. Она, может быть, расстроена немножечко. Нормально. Да? С Новым годом. А, да, конечно же, с Новым годом. С Новым годом. И на воде свеча без огня, к чему вспоминаю? Где дом для тебя, где дом для меня, не знаешь? Не знаю. Закружится дождь, повалится снег, раступится полночь. А что говорят, прощаясь навек? Помню. Ладонь разомкну, остынут в горсти напрасные годы. Тогда отпусти, совсем отпусти, придумай свободу. А наша печаль остынет сама. И память. И память. Приду, уйдешь и уйду за.
забудешь, забуду. Свеча без огня, круги на воде, открытые двери. Тебе без меня не выжить нигде, не веришь. Не верю. Расскажет Дедушке Морозу стихи, да, Даша? Расскажем про акулу, расскажем, да? Давай. Вот акула, каракула, ну, давай. Вот акула, каракула, распахнула свою пасть. Вы к акуле, каракуле не хотите ли попасть? Прямо в пасть. Нам акула, каракула, не почем. Мы акулу, каракулу, каблуком, кулаком. Испугалась акула и со страху утонула. Поделом тебя, акула, поделом. Молодец. Мы очень хорошо стихи умеем рассказывать. А это видно, что хорошо. А Машенька что-нибудь хотела получить на Новый год? Что? Куклу. Куклу. А у нас есть кукла, Дедушка Мороз, для Машеньки? Мы сейчас посмотрим. Ну-ка, давай поищем. Посмотрим. Вот нашел. Посмотри, какая кукла. Только для Машеньки. Хорошая кукла. Ну, нравится? На Машеньку похоже. Но, Машенька, нет. Расти большой, будь умницей, радуй маму и папу, хорошо? Что нужно сказать-то? Спасибо. Ого! Поспешать надо, а то как бы нам не пришлось Новый год в машине встречать. Успеем. Осталась последняя квартира, и все. Ну, вам же, наверное, надо подготовиться. Стол накрыть. Я к друзьям иду. А? Хорошая компания? Есть интересные люди. Понятно. Понятно. А вот почему так получается? Вот каждый раз последняя квартира, на последнем этаже обязательно лифт не работает. Пришли, наконец. Ну, Дед Мороз, собрались. Не открывает что-то. Может быть, не слышит? По саду тропинка, сладкая ты моя, ягодка малинка. По малину сад пойдем, сад пойдем, сад пойдем. В лесовую зайдем, да тут целый карнавал. Где же мы столько подарков найдем? Что-нибудь придумаем. Так, что, хоровод будем водить, да? Ну-ка, дай ручку. Ну, как уголчонок. Девочки, иди, да. Пойдем, плясовую заведем, заведем, заведем. Солнышко на дворе, а в саду тропинка. Сладкая ты моя, ягодка малинка. Thank you.
Фу. Ну все. Устали? Я вижу, да. Еще по трем квартирам могли бы в танцы пройти. В танцы могла бы. Единственное, что я люблю делать в любом состоянии, даже в таком. Да? Угу. Ну, а что же вам мешает? Танцуйте? Музыки нет. Музыки? Угу. А какая нужна? Удивительная. Удивительная, хорошо. А в каком ритме? В волшебном. Раз, два, три, устроит? Устроит. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, пам, па-па-пам, па-пам, па-па-пам, па-ра-ра, па-пам, пам, па-па-пам, па-па-пам, пам-пам, па-па-пам, па-па-пам, па-пам, пам. Чудесный день. Потрясающе. Я с вами просто в сказку попал. Спасибо. Понравилось, да? Очень. Просто на будущий год опять попрошусь к Деду Морозу. Возьмете? Ну да, вы все забудете. Я? Конечно. Что вы, Светлана, никогда не забыла. Ну да. Ну все. Теперь домой. Меня подбросьте к метро. Нет, Светлана Александровна, я отвезу вас домой. Доставьте меня к метро. А то ведь поздно. Купите шампанское, цветы. Наверное, вас ждут где-то. Уговорили. Шампанское и цветы я куплю. Да, да. Выхожу через 10 минут. Что? Ладно. Ну, поняла, бегу, бегу, все. Лизавета, чем больше ты будешь говорить, тем дольше я не выйду. Возьму. Как договорились. Немножко устала. Алло, Снегурочку вызывали? Снегурочку вызывали? Леночка. Алло, Снегурочку вызывали? Простите, у вас свобода? Встречайте. Да, пожалуйста. Спасибо. У вас авторучки не найдется. Пожалуйста. Спасибо. С Новым годом вас. С новым счастьем.
Да. Пришел. Ну, передай привет. Лиз, я не приду. Скажи, что я заболела. Лиз, да, я вас целую, с Новым годом, всего хорошего. Пока.